Вот, и вот в горных лыжах есть разные виды катания. Там длинные дуги, короткие дуги, там годель. Вот. А есть такой вид катания на канатных дорогах. Очень хороший вид. Не в ледовой заснеженной яме, не под ветром сбивающим с ног, хорошо наблюдать за друзьями из вагонов канатных дорог. Ветер снизу снежинки гоняет, ну а ты наблюдаешь в окно, как они там внизу исполняют горнолыжный свой танец смешной. Вот летит бородатый мужчина, так что сыплются искры из глаз, и без видимой внешней причины ударяется фейсом об айс. Всем в вагоне становится больно от ужасной картины такой. Ну а он едет дальше довольный и беспечно нам машет рукой. Вот красивая девушка едет в облегающем тело трико, и вокруг воздыхают соседи и жалеют, мол, так далеко, и глядят вожделенно на деву, и поближе стремятся к ней стать. И вагон накреняется здесь навлево, и канатчик кричит: твою мать, а под нами планета черно-белого цвета, и безумное лето, голубых небеса. Все такие смешные, все такие родные, все такие дурные, будто это я сам. Вот инструктор по имени Львович группой чайников склоны скребет, а у них тормозят даже брови. Один устремился вперед, и орлом два бугра пролетает, и все в ужасе падают в снег. И лениво вагон обсуждает: вот сыграл в городке человек, а под нами планета, черно-белого цвета. Лыжного счастья достигает канатных дорог. Эти люди, одетые пестро, видят вместе одни миражи. Это все наши братья и сестры на горе под названием «Жизнь». А под нами планета, эй, черно-белого цвета, и веселая. Сам, будто это я сам, да ведь это я сам.